программа сегодня. Продолжаем наш выпуск. Сегодня несколько сотен талантливых, решительных и уверенных в себе молодых людей, мечтающих о собственном успешном бизнесе, собрались в Сколково. В российском Иннограде открылась международная конференция «Стартап Village», где начинающие предприниматели представляют свои проекты и ищут инвесторов. На форуме проходит и много мастер-классов, где рассказывают, как превратить оригинальную идею в прибыльное дело. Сергей Морозов, прогулявшийся по деревне стартапов, узнал, что такое бесконечная флешка и что печатают на биопринтере. Тебя здесь не обижают? Кто же будет обижать робота? Давай фото на память. Давай фото на память, давай. Улыбайся. Это самый популярный аттракцион технопарка. Роботы могут поговорить с вами, сыграть в аэрофутбол. И это не просто развлечение, а коммерческий проект. Крупные компании готовы за хорошие деньги купить робота, который легко выполнит самые необычные запросы клиентов. Хомячок, стихотворение. Ёж и лисица играли в футбол. Мячик в воротах. Ура! Это гол. Тут нет грани между смешным и серьезным. Никогда не знаешь, какой стартап выстрелит. Не желаете ли пересадить щитовидную железу своей домашней мышки? Тут как раз новую распечатали на биопринтере. Весь процесс занимает час. Точность печати 5 микрон. Если с мышами все пройдет хорошо, то российский принтер сможет печатать органы и для человека. Мы планируем использовать клетки щитовидной железы, полученные из так называемых IPS, индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, из взрослых клеток, но по сути являющихся эмбриональными по своим характеристикам. Технопарк Сколково почти достроен в первой стадии. Во второй его начнут заселять компании. Футуристический дизайн – все для творческого человека. Офис под открытым небом, зеленые газоны, по которым можно ходить, смешные скамейки, наконец, раздельный сбор мусора – идеальная среда для вызревания инноваций. Предметы, которые станут привычными лишь лет через 10-15, уже здесь и сейчас. Китайские друзья из университета Цинхуа привезли программу для айпада, которая распознает эмоции в речи, чем не бытовой детектор лжи. Я очень счастлива быть здесь на стартап Village. Голос несчастливый. Наверное, я просто волновалась из-за камеры. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня посетил деревню стартапов и убедился, что его детище Сколково развивается хорошо. Российские выпускники просили его сфотографироваться вместе на память. Много интересного на стендах. Вот конвертоплан. Беспилотник особой мощности. Его можно отправлять снимать хоть лесной пожар, хоть парусную регату. А вот прототип легкой космической ракеты. Команда энтузиастов собралась для создания орбитального носителя. Тогда мы не думали о бизнесе, не думали о какой-то прибыли, хотели вести работы на собственные средства. Естественно, где-то через 2 года средства кончились и, в общем, работы прекратились. Сейчас же удалось заинтересовать инвесторов. Вот такой шаг стартапа. За 15 лет группа единомышленников превращается в коммерческий проект. Здесь же, на асфальтовой дорожке Сколково, они даже не стали делать свой павильон. Ребята из Самары представляют свою разработку. Бесконечная флешка. Для обычного пользователя это выглядит следующим образом. Он просто вставляет флешку в компьютер, она определяется как сетевой диск, и он закачивает файлы в неограниченном количестве. Но на самом деле файлы фактически хранятся в облаке, а флешка является лишь ключом доступа к нему. Уже открыты предзаказы, в том числе за границей. Жалеете, что не застали Apple тех времен, когда они начинали в гараже? Да у нас полно своих гаражей. Нам только выбрать тот, который вам милее. Сергей Морозов, Антон Зубов, Рафаэль Ираджев, НТВ, Сколково.